Настя, эта девочка попала в такую историю. В общем, когда они ехали на машине, машина была не на бензине, а на газе. Газовый баллон взорвался. И две девчонки, которые сидели сзади машины, они просто начали гореть. И вот представьте себе, это случилось, ну, 17 декабря, да? Они, конечно, попали в больницу с ожогами кошмарными. А у этой девочки перед Новый год, в общем, должно было быть сватовство. И вот представьте, какая трагедия в семье. Конечно, это были гормоны. Назад. И мы начали что употреблять? Лилечка, назад, верни, пожалуйста. У Насти, значит, мы дали ей витамины, микроэлементы и наш гель «Миллениум». И вот мы увидели, как быстро стала регенерироваться кожа, потому что врачи, которые ее наблюдали до этого, они говорили о том, что ей придется сделать несколько пластических операций. Но самое интересное... Лиль, что не вор... Не вперед, назад. Назад. Еще раз. Вот она, да. Угу. Вот самое интересное... Перескочил, да. Вот смотрите, 17 числа мы сфотографировали, когда мы к ней пришли первый раз. Потом, видите, вот эти болячки буквально, что? Это наш гель «Миллениум», антиок, который наносили, значит, на лицо. Посмотрите 21-й, смотрите 26-го, болячки отпали, а там молодая красивая кожа. И еще через два дня она уже фактически получила, скажем так, предложение от своего любимого парня, они вместе встречали Новый год. То есть вот посмотрите, в Насте уже совершенно в очаровательном виде. Так если мы вот посмотрим, 17 января, декабря с ней случилось, и ровно 28-го она уже встречала Новый год. Прошло сколько времени? А ей говорили, что она будет лежать месяца три, что потом пластические операции. То есть это результат, который потряс даже тех, скажем, врачей, которые ее наблюдали. Я считаю, что продукция – это действительно потрясающе. Следующий результат, Лилечка,